Привет, дорогие друзья! С вами художник, учитель Алексей Горняков. Сегодня мы с вами поработаем сухой кистью. То есть вот обычная кисть. Такой кистью я работаю. Именно сухая кисть. Обычно фотографию я не показываю, потому что я работаю с фотографией. Клиентам может это не понравится. Если кто-то узнает девушку, хорошо. Также работаю хорошими кистями и колонком тоже. Колоночком я в основном что делаю? Я использую блики, да? Также использую вот такую тоже кисть. Работа идет к завершению. Сейчас прохожусь по акценты расставляю. Обязательно падающие тени от ресниц нужно сделать. Это техника сухой кисти.
дорогие друзья, если вам нравится видео, вы можете подписаться на мой канал «Художник Алексей Арт ТВ» и нажать на колокольчик, чтобы видеть следующие публикации. Благодарю всех за внимание. А с вами художник, учитель Алексей Горняков. До новых встреч, друзья!